Мустафаев имам. 1910-1998. Мустафаев имам Даждамироглы родился в 1910 году в Гахе, Азербайджан. Ученый-генетик, селекционер, доктор биологических наук, академик Азербайджана. В 1933 году окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт. В 1934-40 годах Мустафаев И.Д. заведовал кафедрой, был деканом и заместителем директора Азербайджанского сельскохозяйственного института. В 1940-59 годах заместитель министра, министр сельского хозяйства республики, первый секретарь Инджинского городского комитета коммунистической партии, первый секретарь ЦК КП Азербайджана. В 1954-70 годах Мустафаев И.Д. был заведующим отделом Института генетики и селекции Азербайджана, а с 1971 года и до конца дней своих директором этого института. Он вывел ряд сортов пшеницы для посевов на полях республики. Был автором многих научных работ, в том числе 6 монографий. Его монографии: «Селекция пшеницы в Азербайджане», «Коллекция пшеницы в Азербайджане» и «Азербайджан – родина многих сортов пшеницы», не потеряли актуальность и в конце 20 века. Мустафаев имам Даждамироглы неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР и Азербайджана, награжден орденами и медалями. Скончался в 1998 году в Баку.